Хорошее настроение и заряд бодрости в подарок детям. На 4-м округе Белгорода прошел традиционный летний праздник «Поймай позитив». Принять участие в нем могли все ребята, пришедшие на детскую площадку дома номер 47 по улице Щерса. Возрастных ограничений для конкурсантов не было. Аниматоры собрали две команды. Они соревновались в спортивных эстафетах с мячом, обручами и скакалками. Организовали этот праздник Управление молодежной политики Белгорода и Совет территории номер 4. Его председатель Антонина Котянина помогала самым маленьким побеждать в конкурсах. Праздник для деток, чтобы они могли повеселиться, порезвиться. Тем более скоро в школу лето заканчивается. Мы традиционно, у нас есть уже большие планы проводить мероприятия с детками, проводить мероприятия со взрослыми, и спортивные, и веселые. Поэтому целая большая программа. Мы обязательно будем ее претворять в жизнь. Соревнования на ловкость, скорость и меткость прошли все участники. В итоге победила дружба. Порадовал такой праздник как детей, так и их родителей. Все разошлись по домам только с положительными эмоциями.